Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы идем на Лахуэ Шорс. Я сегодня в Лахуэ, на пляже, который называется Лахуэ Шорс. Тут абсолютно активно сегодня, очень много народа на пляже. Hi. What is your name? My name is Daryl, and I live in San Diego. Oh. And I love beautiful European women like you. На пляже я познакомилась с Дэрилом. Дэрил родом с Гавайских островов, но сейчас он живет в Сан-Диего. Дэрил помогал мне снимать видео. That's the queen of Europe. I'm so privileged. Это довольно популярный пляж в Сан-Диего. Людям нравится здесь находиться и отдыхать. И, конечно, тут можно пройти 8000 шагов вдоль пляжа, что я собираюсь сегодня и сделать. Лахуэ Шорс – это необычный и спокойный район, окружающий одноименный пляж. Популярный среди местных жителей и приезжих, широкий песчаный пляж Лахуэ Шорс длиной в 1,6 километров идеально подходит для принятия солнечных ванн и купания. На пляже Лахуэ Шорс много прекрасного, чистого и мягкого песка, на котором вы можете и, вероятно, будете комфортно проводить день. Летом волны на этом пляже обычно самые нежные из всех пляжей Сан-Диего. Тут потрясающие закаты, а ночью пляж оживает от зарева пляжных костров. Ну а если хотите чего-то поактивнее и поострее, то туры на байдарках, катание на доске с веслом, серфинг, дайвинг и даже снорклинг с леопардовыми акулами – это для вас. Thank you.
пасмурно или солнечно, неважно. Есть много причин посетить этот прекрасный пляж. Вот главные развлечения и удобства, которые я ценю. Красивый песок, купание или просто веселье в океане с приливом. Пляж хорош для бега, ходьбы и других упражнений. Тут красивый пирс Скрипс, а спасатели всегда на дежурстве. Костровые ямы для приготовления вкусняшек, ванные комнаты и душевые для споласкивания морского песка. И, конечно, бесплатная парковка. Уже засветило солнце, стало очень тепло, даже жарко на набережной. Люди залезли в воду купаться. Я боюсь купаться в океане, потому что пару лет назад меня ужалил кат. На этом пляже несложно увидеть многих серфингистов, дайвингистов, а также снорклеров, которые возвращаются из подводного плавания. Сегодня утром молодежь проводила акцию протеста и просила присутствующих подписать петицию против строительства ядерных электростанций и засорения океана. Кто-то люди отдыхают, кто-то загорает, кто-то учится серфингу, тут курсы специальные проводятся. Сегодня очень такой приятный день. Люди наслаждаются прогулками и плавают, и просто проводят хорошо их субботу. По дорожке, которая настелена к океану.
прямо по берегу. Сначала был горячий песок, а сейчас тут такой мокрый, потому что волны, солнце то появляется, то пропадает, люди отдыхают, кто-то плавает, кто-то просто гуляет по берегу, а кто-то на своей доске катается, как вы видите. День абсолютно прекрасный. Надеюсь, у вас тоже. Я посещаю много мест, но видео делаю исключительно про то, где получаю эмоции, и мне хочется передать эти эмоции вам. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Когда закончите смотреть мое видео, встаньте и пойдите на прогулку. Будьте активны, подышите свежим воздухом и будьте здоровы! Ваша зажигалочка!